Александр Герасименко живет и работает в Тимашевске. Постоянный участник городских и краевых выставок, Александр радует своих зрителей выразительными акварелями, проводит мастер-классы для молодежи. Его работы пользуются успехом за рубежом, находятся в частных коллекциях Швеции и Финляндии. Художник владеет разными техниками, больше всего ему нравится графика. Тем не менее, в своем творчестве использует разнообразные художественные приемы, смешанную технику, многослойную живопись. Акварели, представленные на выставке, прозрачны и воздушны. Самые строгие критики уже отметили, что всем работам Герасименко обязательно присуще тонкое ощущение красок, воды и изысканный вкус.